АДМ «Джизак Сикидик» практически готов к запуску производственной линии для мелкоузловой сборки автомобилей. Мы посетили завод и узнали, как он собирается функционировать. Давайте немного контекста. Это уже второй завод от АДМ «Джизак». Если на первом была просто крупноузловая сборка, то на втором уже полноценное производство. В будущем это будет целый кластер. Тут все намного интереснее. Более предметно можно говорить о производстве и локализации. Поэтому давайте обо всем по порядку. Проект взял свое начало в 2021 году и расположился почти на 100 гектарах, прямиком на территории свободной экономической зоны Джизак. Это целый технологический город, нацеленный на создание центра по производству автомобильной продукции. Как вы уже поняли, на этом заводе будет полноценное производство. Вот, к примеру, мы находимся в месте, где происходит сварка кузовов. Она делится на два типа – автоматическая и ручная. Автоматическая сварка будет проводиться в тех местах машины, которые отвечают именно за безопасность и силовую конструкцию. Ручная же за более мелкие детали. В целом еще стоит добавить, что на самом-то деле сварка, казалось бы, ничего сложного, но по факту в автомобилестроении это очень важный и сложный процесс. Поэтому на этом заводе он реализуется, и это очень хорошо. Также на заводе кузова будут проходить этап окраски. На данный момент АДМ «Джизак» обладает самым современным оборудованием для покраски авто. Локализация на данном предприятии составляет 30%. В нее входит выхлопная система, пластиковые изделия для интерьера и экстерьера, сиденья, аккумуляторы, резиновые изделия и диски. В дальнейшем локализацию на этом предприятии планируется довести до 45%. АДМ «Джизак» будет работать над увеличением объемов производства автомобилей с доведением до 300 тысяч автомобилей в год к 2030 году. На сегодняшний день выпускается 25 тысяч машин в год. Ценообразование автомобилей, которые будут выпущены на этом заводе, очень актуальный вопрос. На него нам ответит генеральный директор АДМ «Джизак». Мы запускаем на СИКД, то есть на новом заводе, модель, которая на сегодняшний день не производилась в нашем заводе. И модель будет в более бюджетном сегменте, чем тот, который мы производим на сегодняшний день, потому что модель бюджетная, мы ее производим в большом объеме, эффект масштаба срабатывает, и цена должна быть как бы ниже текущих, которые мы производим на сегодняшний день. Чем больше машин производится в стране, тем выше конкуренция, тем появляется больше справедливая цена на продукцию. С 2024 года начнется строительство нового автосборочного завода для производства автомобилей на новых источниках энергии. Мощность нового завода составит до 50 тысяч автомобилей в год с возможностью доведения до 100 тысяч автомобилей в перспективе. Проект действительно намечается масштабный, ну а чтобы следить за его развитием, вся необходимая информация у вас на экране. Но у меня на этом все. До скорых встреч!